По достижению максимального 30 уровня в Tom Clancy's The Division у нас появляется возможность получать специальную валюту – кредиты Феникс. Кредиты Феникс используются для покупки самой лучшей экипировки и крафтовых рецептов в игре. На данный момент эту валюту нельзя приобрести за реальные деньги, поэтому не нужно бояться различных донаторов. Но кто его знает, что будет в дальнейшем. Пока что известно совсем немного вариантов по заработку кредитов. Первый из них – это покупка данной валюты через Uplay за специальные поинты, которые выдаются за различные достижения в игре. Второй способ – ежедневные челленджи, которые открываются при получении 30 уровня. Каждый день у нас есть возможность проходить 3 таких задания, за выполнение которых нам будут начисляться 15 кредитов Феникс. Ну а самый сложный режим принесет 20. Третий способ – уничтожение уникальных противников в темной зоне. Обычно с них выпадает совсем немного, от 1 до 3 кредитов, так что придется довольно сильно попотеть, чтобы набить хотя бы десяток таких кредитов. Ну и еще разработчики обещают добавить специальный режим – вторжение, который также будет приносить данную валюту. Для того, чтобы потратить свои честно набитые кредиты Феникс, вам для начала придется пройти основной сюжет, так как без его завершения на вашей базе не появится специальный торговец. Его товары меняются по тому же принципу, что и у других трейдеров. Обновление происходит раз в сутки.